Усім доброго дня, ви на каналі Голубіка Дніпро. І трошечки хочу розказати, що я зараз буду робити, коли в мене з'явилася перша синя ягідка. Трошечки я відстаю від свого графіку, від своєї схеми, тому що дуже сильна жара, вже починає горіти листя. Це вже я точно знаю, що це на сонечко так працює, бо контейнери невеличкі, прогріваються дуже сильно, температура в нас вже за 30 градусів, і тому вже починають горіти листва. Ну, зараз не об этом. Значить, всі мої сили, все моє свободне время, так як у мене ручний полив, то, естественно, я поливаю, хожу все это із леечки, потому что хочется, чтобы эти ягодки сохранить, кустики мои были хорошенькие и здоровые. Но не буду затягивать видео, остановлюсь сразу на самом главном. У нас начинает синеть ягода. Не знаю, как солнышко будет видно ягодки, как синеют, потому что не успеваю делать это ни утром, ни вечером. Бегаю с лейкой, поэтому показываю. Начала синеть у нас ягода. У меня по плану еще не внесено мое комплексное удобрение, но растения под мою схему подстраиваться не будут. Должна подстраиваться я под них. Поэтому те, кто вовремя успел внести комплексное удобрение и прошло ну, хотя бы дней 10, можно начинать внесение сульфат калия. Что нам дает калий? Калий именно отвечает за качество, размер и вкус ягод, любых ягод. Малина ли это, голубика, ежевика. То есть внесение калия помогает увеличить ягоду, помогает накопить здесь сахара, улучшить качество самой ягоды. То есть ягода будет у вас более насыщенный вкус и больше красивая такая она будет. Товарная, вкусная. То есть вот активно пошла голубика и активно горит листва у меня. Поэтому как вносить сульфат калия? Пытаюсь находить такие места с тенечком. Значит, по влажной земле, как всегда я рассказываю, во второй половине дня, после 6 часов вечера, сначала у вас должны быть кусты пролитые, то есть грунт под голубика должен быть влажным. Вы проверяете на влажность мульчу, а после этого я вношу сульфат калия. Сульфат калия очень хорошо растворяется в воде, поэтому я буду делать такую порцию, столовая ложка можно с горкой, на 10 литров воды. Растворять его в ведре воды и проливать под свои кусты. Под каждый мой куст, у меня кусты уже взрослые, пойдет у меня ведро воды. Если ваши кусты младше 4 лет, можно порцию делить на 2 куста, то есть 5 и 5. У меня же ситуация такая, пока я проливаю все свои кусты просто водой. Мне уже сил не хватает сделать подкормку. Поэтому чуть-чуть у меня затянулось и внесение флоровита. И чуть-чуть задержалась я с подкормкой. Поэтому, естественно, что мне хочется, чтобы моя ягодка была покрасивее. И учтите, что размер ягоды еще очень сильно зависит от полива. То, что горит листва, это понятно, не дополив. Не хватает влаги, потому что самый лучший вариант – это капельный полив. Но, как я уже сказала, значит, если вы будете хорошо поливать, и размер ягоды будет у вас тоже хороший. То есть и подкормка сульфатом калия дает хорошие результаты, и полив дает тоже хорошую ягоду, потому что ягода ваша наливается. Многие меня спрашивают, почему у меня ягода кукожится. Это тоже один из вариантов того, что у вас недополив. Где-то проявляется на том, что у вас сохнет листочек, а где-то проявляется, что ягода скукожится. Если вы польете ягоду, то увидите, что буквально в течение 2 часов она опять нальется и исправится. То есть недополив сразу можно увидеть на размере ягоды или на скукоженной ягоде. Ягоды уже достаточно. Еще пару дней и начну потихонечку ее собирать. Уже бегаю и прополка, и полив, и не только одна голубика, но и другие ягоды. Голубика завязалась достаточно. Синеет она потихонечку неравномерно, то есть что-то быстрее, что очень хорошо как бы для нас садоводов-любителей.
потому что мы можем приходить и лакомиться этой ягодкой не один день. Так как по прогнозу погоды я посмотрела, что у нас 1, а то иногда 0% влажности. Поэтому у меня полив, полив, полив. И вот показываю, чтобы тоже рассказываю. Вот это недополив. И этот кустик у меня растет именно в лесном опаде. Вот заметила в лесном опаде, ну просто-напросто пересыхают кусты, уплотняется грунт. То есть все-таки плохо себя чувствуют. Вот кусты, которые растут у меня в торфе с добавлением небольшим. У меня тогда, когда я высаживала эти кусты, просто получилось так, что не было лесного опада. И я посадила их экспериментально в чистый торф. И вот результат чистого торфа. То есть растут гораздо лучше и не так быстро выгорает. Плюс размер ямы тоже очень важно. Какой у вас размер посадочной ямы? Если уже там все пространство было занято корневой, то, конечно, расти, развиваться и питание. И вот показываю, да, тоже горим, горим, горим. Горит. Буквально на этой недельке начало вот такое выгорание. Поэтому, если я раньше говорила, что нужно голубику поливать, или я поливаю ее 2-3 раза в неделю, то теперь я стараюсь ее поливать чуть ли не через день. Потому что просто идет жуткое-жуткое испарение. А такие вот гроздочки, вот такие уже ягодки. То есть это пошел дюк и река. И вот кустик реки, который мы с вами вместе резали, вот потихонечку наливается. Тоже ягодки. Река поменьше, чем дюк. Вот не получается, если там кто-то рассказывает, кто-то говорит, что река у них достаточно хорошего размера. Река у меня маленькая. Но мне нравится. Она сладенькая, она урожайная, она не капризная. А вот дюк, конечно, ягодки побольше. Еще не такие большие. Потому что, как я говорю, чем больше влаги, чем больше... Вот сейчас внести еще сульфат калия, ягодка будет больше, более сладкая и больше наливаться. То есть она будет в размерах гораздо больше. Первая ягода еще, вот я заметила, не показатель. Сейчас через недельку она будет в половину больше. Поэтому можно сказать, видео по заказу, потому что уже все спрашивают. Я говорила о том, что сниму, расскажу. Ну, просто-напросто не успеваю. Где-то чуть-чуть прополола. Где-то вот те ягодки, которые цвели гораздо позже. Они еще зелененькие. Те, которые раньше отцвели, уже вовсю плодоносят. То есть буквально 2-3 дня назад только я увидела посиневшие ягоды. И стремительно ягода начала синеть на остальных ранних сортах. Поэтому вот такая ситуация сейчас на моих кустиках. Все. Скоро собирать ягоду. Вот еще показываю, какая красотища. Сколько еще ягодки будет. Еще только-только-только начинается она. Все, обработок у меня больше никаких нету. Только буду проливать дождеванием фитоспорином, как я уже говорила, раз в две недели. И раз в две недели, то есть чередовать. Две недели прошла с фитоспорином, две недели прошла с антистрессом для растений. Он немножечко будет защищать голубику от этого выгорания. Понятно, что обработка антистрессом не польет вашу голубику, а просто поможет ей перенести эту жару немножко легче, не с таким стрессом. Ну вот, еще сколько всего надо будет дополивать, вырастить и собрать. Всем хорошего дня, мирного неба. Задавайте вопросы, буду готовить вам видеоответы.